Здравствуйте! Рады приветствовать вас на канале. Сегодня будем готовить печь пирог. Пирог этот с прослойкой творога и клубники. Такой пирог готовится с любыми фруктами. Черной смородиной, малиной. Особенно хорошо его готовить с вишней. Сегодня у нас клубника. Клубника замороженная. В творог нужно добавить немного сахара, хорошо его перемешать, любым способом измельчить творог, клубнику порезать, клубника с морозильной камеры у нас. Разбиваем яйцо, щепотку соли, перемешиваем хорошо. Вынимаем сливочное масло с холодильника. В яйцо добавляем сметану, сахар, перемешиваем. Ложим сливочное масло размягченное или же растопленное. Можно маргарин. Перемешиваем и добавляем постепенно просеянную муку. Частями. Замешиваем ложкой в миске, а потом выкладываем на стол и вымешиваем. В любом случае тесто не нужно забивать, оно должно быть мягкое. Даем тесту отдохнуть. Форму смазываем растительным маслом, выкладываем часть теста. Дальше делаем прослойку с творога, прослойку клубники, посыпаем сахаром. И сверху раскладываем комочки теста. Пирог готов для выпечки. Отправляем пирог в духовку. Минут на 40. Проверять будем. 190 градусов. Разогрели духовку, а в конце будем уменьшать температуру. Ставим в духовку для выпекания. Прошло 50 минут, пирог готов. Посыпали сахарной пудрой, отрезаем кусочек после того, как немного он остынет. Пирог получился очень вкусный. Делайте такой пирог, заходите на канал, готовьте с нами. Кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч в следующем видео. Пока!